Инструментальная компания Incorp представляет сетевую дрель-шуруповерт DSHE2-350ER10. Инструмент предназначен для сверления отверстий в металлах, пластмассе или древесине с использованием оснастки. Кроме этого, машина используется для завинчивания и вывинчивания шурупов. Работает инструмент от однофазной сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Его мощность составляет 350 Вт. Частота вращения шпинделя на холостом ходу до 450 оборотов в минуту на первой скорости и уникальную для инструментов подобного типа 1800 оборотов в минуту на второй. Максимальный крутящий момент инструмента достигает 40 Нм. Максимальный диаметр сверления в древесине 20 мм. Максимальный диаметр сверления в стали 10 мм. Вес у машины всего 1,5 кг. Сравнивая с другими агрегатами того же типа, можно сказать, что данное устройство легче остальных практически в два раза. Также можно отметить великолепную эргономику, удобство расположения кнопок на устройстве. Данная дрель-шуруповерт является воплощением безупречного баланса и эргономики инструмента. Многопозиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы с крепежной оснасткой. Выключатель удобно оборудован возможностью плавной регулировки скорости вращения и фиксатора. Ползунковый переключатель реверса даст вам возможность переключать направление вращения шпинделя инструмента в зависимости от цели операции – вкручивание или выкручивание, а быстрозажимной патрон позволит быстро закрепить оснастку. Инструмент поставляется в картонной коробке с руководством по эксплуатации. А мы напоминаем – хочешь сделать хорошо – выбирай Incorp.